Отдыхать необходимо по правилам. В период с периода теплого сезона многие автомобилисты оставляют машины на берегах рек. А это категорически запрещено, как запрещено и мыть авто в водоемах. Инспекторы Двинопечерского управления Росрыболовства регулярно штрафуют нарушителей. Вместе с ними любителей пикников искала и наша Юлия Майданова. Лето, речка, шашлычки. Каждый горожанин теплые деньки старается провести с толком, отдохнуть у воды. Однако делать это надо по правилам. Многие автомобилисты ставят машины прямо у рек и озер, что запрещено водным кодексом. На берегу Павракулки инспекторы Двинопечерского управления Росрыболовства насчитали аж 14 неправильно припаркованных машин. Скажите, а почему вы машину ставите рядом с водой? Вы не знали, что правило такое существует? Насчет этого нет. Но теперь будете соблюдать правила? Я уже 30 лет правила соблюдаю. Вы знали, что вот существует такое правило, что нельзя оставить? Не знаю, я только что вот инспектор узнал. Теперь впредь не повторюсь. Многие водители просто не знают о том, что машины нельзя ставить близко к воде. А кто-то нарушает закон ради собственного удобства. Лень нести вещи из машины на берег. Как отмечают водители, не везде есть знаки, запрещающие стоянку. Говорят, если бы увидели, то не поставили бы автомобили. Но тем не менее, от ответственности это не освобождает. Расстояние, ближе которого нельзя подъезжать, зависит от ширины водоема. К примеру, на Северной Двине это 50 метров. Машины можно ставить рядом с водоемом только там, где есть твердое дорожное покрытие. Инспекторы совершают по 2-3 рейда в неделю и каждый раз оформляют 10-15 протоколов. Много горожан отдыхает на острове Краснофлотский, вот, в Маймах все отдыхают на Сульфате, у города там вот, на Суворово. И зачастую вот машины прямо в самой воды, уреза воды оставляют, тут же моют, тут же дети купаются, ну и после себя оставляют много грязи, не убирают. Не думаю, что потом, куда этот водоем будет все грязнее и грязнее. Штраф за это правонарушение от 3000 рублей для физических лиц, для должностных – от 8. Юридические лица могут заплатить более 200 тысяч рублей. Кстати, инспекторы напоминают, что вблизи водоемов также категорически запрещено мыть автомобили. За это нарушение тоже предусмотрено наказание. Юлия Майданова, Сергей Земских, «Вести Поморья».